Здорово, с вами я, Диман, и сегодня мы будем играть в прятки с моими друзьями аж на целых трех картах. Прикиньте, мы специально построили целые три карты, чтобы снять эти прятки. Кстати, со мной еще будут вот эти оболтусы. Ну что ж, начинаем. Все, тут у нас, короче, сидит вот по никам. Посмотрим, кто-то напередел. Вот, у нас тут есть вот этот Зилайн, вот этот зеленый. Ай, кто лопнул? Ну вот тут, короче, вот такой вот, вот этот вот волк очкастый. Ай, не дерись. Так, тут вот кошара, тут вот этот зеленый и фиолетовый. Так, сейчас будем ждать, пока эти абраганы спрячутся. Так, все, эти балбесики спрятались. Сейчас мы будем их искать. У меня будет шокер, и я должен буду их пнуть. Если я по ним ударю, то это получается, что я его нашел. Боже, где шокер? А вот он. Так, я сразу вырублю никнеймы, потому что я не буду. Да, можно, вас слышно. Так, но я отправляюсь на поиски. Тут мы вот такую вот карту построили, ее разбомбило два раза, и поэтому она может быть с недоработками. Все еще красив в татуировках и мышцах. Я такой же бесподобен и учтив. Я просто принц, ведь я живу в блеске и сверкаю, как безумный изумруд. Там и тут я плут, и я в блеске. Ваши хитрости меня не проведут. Я слишком крут, малый брат. Ты дерзай, дерзай, только ты всего лишь полубог. Твой прозвенел звонок, мужик. Утекай, текай, все равно тебя настиг злой рок. Вот это шок. Я ведь не тот, кто швырнул тебя в море. Так, кто у нас тут? И сам на себя. Ты так, тут никого. И тут никого. Хвостом и махал. Только силу всю ты растерял. Стоять! Куда побежали крысы? Стоять, мышки! Блядь, разбежали! Ай, куда? Зилайн, куда? Стоять, милиция! На меня в последний раз ты посмотри и умри. Вы тут? Куда? Это кто там такой волкодав сидит, а? Брэд Чикен, сзади тех, где был Брэд Чикен, я даже его сам видел. Я вижу. Он там как крот лазит. Мелким крабом, но сегодня мне завидовать изволь. Ведь я само совершенство. Велела бабушка сердцу доверять. Быть собой не стесняться. Но ее логику могу я разорвать. Все это бред, ведь можно жить в блеске. Что, он тут? Он тут? Сиять, зажигать и просто жить в блеске. Драгоценности с любого можно снять. Это кто? Так сказать. Это что сейчас было? Потом у рыбы нет мозга. Куда? Да, в тупые бани! А я в ту сторону пошел, и знаешь, я увидела тут крылья этого Зилайна. Да куда, попрыгун? Стой! Опа, Зилайн! Я хочу Зилайна! Стой!
И совсем уж не работает твой крюк, ясно? Кручу, кручу я тебя, как лапы. Постой. Он опять найдёт, он опять. Мне опять какие-то ноунеймы пишут в ЛС. Дима, ты настоящий? Я такой же бесподобен и учтив. Я просто принц, ведь я живу. Мы же делаем, что ты считаешь про свои сделки? То есть, Игорьком, посмотри, что с ним произошло. Смотри наверх, видишь, вот там встань, там какая-то, что у него наверху. Посмотри. Я только что увидел. Минус Дилайн! Вот Ярик, если бы не ты, Ярик, спасибо тебе огромное, что ты спалил ваше местонахождение. Ты сказал слово дурка. Там еще есть дурка. Ярик, ты сказал слово дурка, а я как раз находился рядом. Так, ну вот, ребята, сейчас вот Зилайн мелкий, вот Брейн мелкий. Так, вот есть Ярослав, который сейчас искать будет. Брейн пытается меня убить. И Бобр бегает. Нет, Бобра не покажем, потому что он кака. И все, сейчас мы идем прятаться. И все. И понда. Так, ребята, мы тут шедевра прячемся. Ярик уже ищет. Не палимся, сидим. Что-то его пока не видно. Что-то там стреляет он, я не вижу где, но он стреляет. Стреляет. Чё, так быстро? Вижу кого-то там хвостик чей-то, я такой думаю, это не Брейн, это Брейн. И он такой Брейн попался. Это ненормально, ты уже нанес ему урон. Все, теперь Брейн ищет. Ну, да?